то есть завалы какие-то, можно при помощи данного инструмента приподнять бетонную плиту. То есть сила вот этого агрегата позволяет поднять плиту, достать оттуда человека. На Щелковской спасательной станции для шестиклассников гимназии номер 6 провели информативный открытый урок, в рамках которого рассказали о работе аварийно-спасательного отряда. Ребятам показали специальную технику, использующуюся при чрезвычайных ситуациях, а также продемонстрировали, как обычно спасают человека, провалившегося под лед. В этом году небывалый объем снега выпал на территории Московской области, в частности городского округа Щелку, поэтому половодье ожидается, паводок большой. И очень много людей сейчас выходит на лед и показали, во-первых, как работают спасатели. Школьники остались под впечатлением от увиденного и еще раз сделали для себя вывод о том, что спасатель – это очень нужная и ответственная профессия. По всему миру неоднократно происходят какие-то происшествия несчастные. И люди, они не всегда сами могут из этого выбраться. И как бы эти люди помогают им. Такие ознакомительные экскурсии проводятся для щелковских школьников на постоянной основе. Детям рассказывают о трудностях работы спасателей и проводят инструктаж, как не попасть в различные опасные ситуации. В завершении открытого урока ребята по традиции сфотографировались с талисманом спасателей Корги Марусей Леонидовной. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.